столице в драматической борьбе завершился командный чемпионат мира по шахматам. В дисциплине «Рапид» судьба всех комплектов медалей решилась буквально на флажке. Золото коллективу, представляющему Объединенные Арабские Эмираты, принес клуб «Аль-Айн», за который играют такие известные гроссмейстеры, как Даниил Дубов, Катерина Лагно и так называемый иранский Каспаров Пархама Мохсудлу. Второе место заняла команда из Китая под началом действующего чемпиона мира Динь Лижэня. Замкнул тройку лидер WR Chess Team во главе с норвежцем Магнусом Карлсоном. Лучший казахстанский коллектив Каз Чесс занял 10-е место. Это было очень тяжелое состязание. Все лучшие игроки мира собрались здесь, чтобы получить победу. И поверьте мне, наша команда действительно достигла фантастического результата, выиграв турнир. У нас была большая мотивация выиграть и хороший опыт. Мы, можно сказать, боролись за каждую игру. Самым сложным раундом было обыграть команду Магнуса Карлсона. И после этого у нас будто открылось новое дыхание. А сегодня станут известны победители командного чемпионата мира по шахматам в дисциплине «Блиц». Отмечу, что всего на первенство планеты в Астану приехали 39 коллективов. Общий призовой фонд турнира составляет 350 тысяч евро. В дополнение к кубкам и денежному вознаграждению члены трех лучших команд в каждой категории получат золотые, серебряные и бронзовые медали.